Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. У нас закончился турнир, и всех, ребят, поздравляю вас с Новым годом. Всем здоровья, счастья, любви, я не знаю, всех благ и всего самого наилучшего. Ну что, друзья мои, а мы продолжаем играть. Так, естественно, мы с тобой получаем 50 карточек на Супер Шреддера, но он у меня прокачан, поэтому мне это не очень важно. А вот для вас, друзья мои, это должно быть очень важно, особенно у кого нет этого хорошего, прекрасного персонажа. Так, ну что, друзья мои, начало недели, соответственно, начинаем. Ну, не то, что начинаем, попробуем. Попробуем с тобой пробуститься. Пит будет у нас в награде на арене. Ребят, ну я не знаю. Я не могу про Пита ничего сказать, потому что Пит он у меня есть, но он не прокачанный. Но как хилер и как баффер, я бы, наверное, его все-таки отметил как неплохого персонажа. Но вот именно по боевке и по защите он, конечно, ватник. Но он и не должен быть, ребята, бойцом или защитником, потому что это все-таки поддержка, хиллер, сами понимаете. В любой игре лекари самые слабые. Нет, знаешь, где лекари очень были сильны? Это в игре Айон. Вот там вот, если лекарь пробафанный, ну это ММО-РПГ, то там его практически невозможно было убить. Если только лукарь или ассасин, который может его застанить, и за счет того, что вот этот стан держится, там, я не знаю, там, секунд 5, он его сможет тогда еще, наверное, уничтожить бэкстабами в спину. Ну, это так, ребят, это я вам просто как бы картину общую говорю, что во всех играх практически хилы, особенно на рейдах, да, на боссах, они ватники. И их постоянно надо прикрывать. Для чего и созданы танки, для чего созданы дамагеры, чтобы как можно дольше, как говорится, держать защиту, да, и как можно больше наносить урона. У нас, в принципе, в игре здесь то же самое, ребята. Есть провокация. Провокатор — это тот же самый танк. Вот. Есть дамагеры, которые наносят хороший урон. Ну и есть, естественно, хилы и баферы. Также есть дебаферы, которые с противника снимают хорошие положительные эффекты и накладывают плохие эффекты. Так, ну что у нас тут? Что у нас тут? Давай, наверное, Кирбису табло размажем. Так, прекрасно. Прекрасно. Так, по поводу комментариев, ребята, насчет мафиоза, я не знаю, зачем. Зачем вам игра мафиоза? Я могу, конечно, в нее поиграть, но меня там разнесут. Во-первых, я уже давно не играл в нее, забыл все катки, да там тем более новых обновлений целая куча была. Я могу зайти туда глянуть, только получить звездюлей и уйти. И по поводу Южного парка, я не могу пройти уровень с курицами. Там либо нужно прокачиваться, либо еще что-то. И самое плохое, что я не могу, ребята, участвовать в PvP поединках. То есть там ищутся реальные противники. Не искусственный интеллект, да, а именно реальные противники. И ты с ними должен драться. Так вот, во время поиска противника у меня сбой соединения происходит, и все. А без этих событий я не смогу, ребят, прокачиваться, потому что там получить, соответственно, награды у меня не получается. И, соответственно, прокачивать карты. А если я не буду прокачивать карты, то я этого Рэндала никогда не пройду. Рэндал Фокусник, по-моему, так его звали. Так, ну что, 13-15, давай попробуем здесь. Ну что значит попробуем? Мы не то что попробуем, ребят, мы разнесем. Но у меня-то в голове другая совсем картинка стоит. Я хочу пробиться в Лигу Мастеров. Одна звезда, это у меня идея фикс такая вот стоит в голове. Каждый раз, когда захожу, все хочу, но все не получается у нас. Все не получается. Ну, так как сегодня Новый год наступил уже, ребята. Вот. Вдруг что-то, да, случится невероятное, я смогу здесь хорошо так бустануться. Надежда умирает последней, так? Блин, да что такое, сопли? Рассопливился. Кашель вроде пропал, так рассопливился. Я не знаю, что со мной происходит. Иммунки вообще нет. Да хорош, Майки, ну успокойся. Ну что ты делаешь?
Что ты там делаешь? Давай холодильников звезданем по ним. Тыдыщ. Найс. Погнали дальше. Так, ну вот мы уже, друзья мои, и на самураях. Только лишь, правда, на самураях. 13-16 возьмем. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Блин, бойцы заканчиваются потихонечку. А мы с тобой только в лиге самураев. Это лига сёгунов. Да. Это еще лигу сёгунов целую проходить. Давай волну, наверное, запустим с тобой огненную. Так, и чашечку кофе со сломанной кофемашиной. Прекрасно. Прекрасно. Так, а по поводу, ребята, я не понял. Вот вы там написали, кто-то написал из подписчиков: продолжи путь бомжа. А что за игра путь бомжа? Я... Разве я играл в такую игру? У меня... игру я играл не путь бомжа, а просто бомж. А, бомж-симулятор, вот. Где он там с крысами мутил, ну, познакомился. Где он там друга, короче, своего выручать должен был. Про эту игру вы имеете в виду или... Или какая-то другая? Поясните, пожалуйста, мне потом в комментариях. Путь бомжа. Такая, ребята, игра, знаете. Или вы имеете в виду, где у нас много бомжей, мы их там тренируем. И это, так я ее все прошел. Если где там драться они должны, вот это все. Ту игру я прошел полностью, ребят. От А до Я, так скажем. А больше я что-то не припомню никаких бомжей. Так, ну что у нас? Блин, у нас бойцов мало, ребята. Мы даже еще не в лиге сёгунов. Что-то мне кажется... Можно, наверное, забыть об этой затее. Я имею в виду про буст. Не, ну он все равно как бы с бустом останется понедельничным, но он не будет у нас, как бы сказать, эффективным в плане того, что мы не сможем получить. Да что такое-то? Ты запарил, ты уже второй раз, по-моему, хиляешь, эй! Что за команда Гуфи мне досталась такая? Вообще ни о чем. Ну, давай своего этого Они. Вызывай. Так, здесь бомбанули. Остается этот Майки, задрипыш. Ну, понятно. Распетрушил. С горем, блин, пополам я его распетрушил. Но самурай 3 звезды, отлично. Так, 14-18, да? Раз, два, три, четыре. Да все, ребят, тут уже 70-ники пошли. Какой там? Мы не успеем. Не то, что мы не успеем по времени там еще. Мы не успеем из-за персонажа. У нас персонажи закончатся быстрее, чем мы с тобой поднимемся в этой лиге. Вот самое это обидное, что... Так, 40-я, да, позиция получается у нас. Ну, 15-19 есть. Ну, тут уже все, ребят. Шапочный разбор. Что-то мы, по-моему, даже еще хуже, чем обычно, ребят, с вами здесь сыграли. Нет такого ощущения? А у меня вот почему-то есть. Что мы сыграли вообще здесь отвратно. Памс. По коленочке ему. Мне нравится, как он. Такой еще, такие удары, такой тум-тум. Потом на тебе по коленочке. Так, лига сёгунов. 90-я позиция. Ну тут как минимум, ребята, нужно два поединка будет сыграть. Как минимум.
Так, ну что, вы мне дадите 16-20? Нет. Я ведь перешел на новый ранг. Ну вот как вот можно так играть, ребят? Если они не дают мне 16-20, блин. М? Ну. Вот и все. Вот, вот и приехали, называется. Хоть ты тут закрутись эту рулетку. Не хотят. Я возьму туда супершредера и... Так вот, сделаем. Лига Сёгунов 2 звезды, по ходу дела, у нас максимально сегодня будет. По ходу дела именно так все это будет обстоять. Это, ну ладно. Погнали тогда дальше, смотрим. С 90 на 50, надеюсь. 47. А вот сейчас уже дали 15-20. Ну, я не знаю, с чем-то связано все, ребята, у них. До этого не давали, не давали, не давали. А тут один бой сделал, все. И сразу автоматов, сразу предложили. Да. Ну что же. Чему быть, тому, ребят, не миновать. Вот так вот говорилось у нас раньше. Так, Лига Сёгунов 2 звезды. Ну, может быть, до 3 все-таки поднимемся с тобой. И вот это будет, ребята, наверное, максимум, который нам сегодня светит. Я хочу найти 16-21, но... Но, видимо... И опять не дают. Опять, друзья мои, не дают они мне... Мы, блин, 16-21. А сейчас этот пройдем этап, и сразу же автоматом уже выдастся, наверное, на постоянной основе. Может быть, конечно, может быть. Опять же, подчеркну, ребята, это не 100% гарантия. Угу. Ушатали. Ушатали крендельки. Ну что ж, пошли дальше. Так, 55 место. Ну ты дашь мне 16-21, ты, господи, ну. Да нифига. Нет, дали все-таки. Только дали уже поздно. Раз, два, три, четыре, пять. Еще два поединка. То есть получается Лига Сёгунов 3 звезды. Это максимум, что нам с тобой светит. Ну, что ж поделаешь. Друзья, я старался, я пытался. Вы видите, все прекрасно. Но вот шваркают меня. Постоянно кидают. Даже здесь не перекинули, а? Даже здесь не перекинули. Раз, два, три, четыре, пять. И два. А почему два неотыгранных? Я не понял. Стоп. Подожди, почему два неотыгранных? У нас всю свою жизнь, сколько мы с тобой играем, постоянно один не отыгрывается. А, я, наверное, все, я... Подожди. Я команду не брал в меньшем количестве. Хм. Я команду в меньшем количестве не брал, значит... Значит, я где-то, ребята, опростоволосился в свое время и не взял в команду. Да я вроде бы не пропускал. Странно как-то получается. Очень странно. Так, ну что, пиццелицей ты справишься здесь один? Вряд ли он один справится, конечно. Ну-ка. Ну, главное, хила уничтожили. Почему? Потому что иначе мы бы с тобой запарились бы здесь сейчас драться с ними. Сейчас бы Пит бы хильнул бы, потом нам опять пришлось бы ждать массовую атаку и... Так, можно было бы до бесконечности, только единственное, что их преимущество перед нами. Их там пятеро, а нас двое. Так, друзья, ну что, вот аренка, в принципе, и закончилась. Так, давай-ка в магазине откроем с тобой пак. Так, крысиный король.
По заданиям у нас тут пройти серию испытаний. Ну что, пойдем, друзья мои. Тут остался, как говорится, один. Ну, максимум два марш-броска, и Крэнк получит звездюлей. И Крэнк получит звездюлей. Так, хорош там пыхтеть. Не знаю, зачем я это делаю, если они все равно в блоке стоят. Ага. Ага, без блока-то. Без блока-то им паршивенько сейчас будет. Стоят. Я, наверное, здесь защиту поставлю. Хотя можно было ее и не делать. Толку от нее здесь и не было бы. Так. Падай. Падают, 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 падают листья. Вот и упали листья, особенно змейка Вьюн как раз подходит под листочек зеленый. Так что все в тему. Ну что, забираем здесь награды и двигаемся. Двигаемся прокачивать Алапекс. 94 уровень, друзья мои. Даже сделаем 95 ей. Вот так вот. Вот так вот мы с тобой крутенько сделали. Ищем теперь нашего Рафаэля и докачиваем его. Так, значит, одни наушники нам нужно найти. Есть. Одни наушники нашли. И нужно 10 ящиков с инструментами. Ну, я думаю, что это изи будет. Так, два ящика уже есть. А три... 4. Ну, хорош, игра. Ну, 4 ящика с инструментами. 5. Так, 6. 7. Еще 3 нам, да? 7, 8. 9 и последний. А вот хватит ли у меня мутагена прокачать? Вот это уже... Хватит, друзья мои, хватит. До 4 ступени мы прокачиваем ему... метаприемы. Вот так вот. Так, метаприемы сделали. Забираем здесь задания все выполненные. Так, что у нас? Ох, друзья мои, ну прям какая-то фортуна у вас. То супер шреддер, теперь Крэнк. Не упустите возможность, ребята, получить еще и Крэнга. Пускай не полностью, но ДНК на него вам точно пригодятся. Так, я, пожалуй, здесь вот разберу. Все. Больше мне пока здесь делать, ребятушки, нечего. И поэтому я буду закругляться. А вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.